Перед нами автомобиль Hyundai 40. В данный автомобиль мы установили нештатную прошивку. Данная прошивка дает две навигации, это Navitel и 7ways. Также плеер многоформатный. Загружаем Navitel. Соединение со спутниками установлено. Можно наблюдать, что доступ в интернет имеется через модем. Соответственно, будет показывать пробки. Пробки сейчас в городе 2 балла. Navitel установлен последней версии. Что примечательно, данная прошивка устанавливается без каких-то либо блоков, без съема обшивки. Осуществляется полностью программно. Работу выполняла компания Xanavi Санкт-Петербург. Спасибо за внимание.